Я Сараченко Ливан, 16 лет. Занимаюсь клубом «Буревестник» под руководством Полякова Олега Владимировича и Манухина Владимира Валерьевича. Являюсь призером России по рукопашному бою, чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою, неоднократным призером и чемпионом всероссийских соревнований по рукопашному бою. Я очень горжусь своей страной. Я очень благодарен ветеранам, что я жив. Спасибо им большое. Ты знаешь своего соперника? Да, я знаю своего соперника. Я встречался с ним по рукопашному бою и выиграл встречу по рукопашному бою. А ты в курсе, что весь ваш клуб по рукопашному бою выигрывает у клуба «Ярополк», а по кикбоксингу почему-то проигрывает? Я приехал за победой отомстить за Скворцова Алексея и Леонова Дениса. Ну а если ты проиграешь? Такого не должно случиться. Я приехал за победой, и я должен победить. Ливан, а ты умеешь лезгинку танцевать? Конечно, умею. Покажи зрителям. Занимаюсь 2 года. Раньше занимался кикбоксингом. Участвую в турнирах, проигрываю, выигрываю. Я хочу сказать большое спасибо ветеранам за великую победу, которая дала мне заниматься в таком клубе. Низкий большой вам поклон. Стас, ты являешься вторым резидентом местной ярополковской группы «Чай вдвоем». Это так? Да. Как вас зовут вместе с Русланом? Стас Идес. А кто из вас главный? Я. А почему? Потому что обращают на меня внимание девушки. В тот раз, на предыдущем мероприятии, ты нам напел мелодию своей любимой группы «Чай вдвоем». Поэтому я предлагаю, чтобы публика увидела ваше новое музыкальное творение. Ты готов это показать зрителям? Да. Ты уверен? Естественно. Воскресенье. Тренировка у тебя здесь сегодня. Твои лучшие друзья, с утра разминка. 3 подхода, глупый смех. Качалка, праздник для всех. В руке гантеля, а в другой стероиды. Через месяц стала грудь, как у жены. Вокруг пыхтенье, вокруг пыхтенье, поднимаем новый вес и переходим на пресс. Ты не идешь на футбол, у тебя приседания вместо дискотеки. У тебя отжимания даже в день рождения. Тренажер с тобой, ой-ой. Глюкоза и протеин. Вместо питания тренируешь трицепс. Вместо свидания, свидания. В день рождения свой. На-на. В день рождения свой. На-на. Обострение. У нас таланта по весне. Вы пошлите нас на Евровидение. Мы, конечно, мы, конечно, лучше всех там не споем, но точно всех и забьем. Мы напинаем финнов, мы поколотим французов. Мы добавим того, чего не дал им Кутузов. И вновь Россия будет чемпион. О-о-о. Мы наваляем полякам и немцам покажем. И шведов мы, конечно, за Полтаву накажем. На-на, ваш чай вдвоем.
вина. Ваши чай вдвоем. На-на. Ваши чай вдвоем. Красивые и смелые группы «Чай вдвоем». Станислав.